Привет, мои дорогие друзья! Посмотрим с вами карту с пиковым королем на любовь. Hello, ladies and gentlemen. We are here today to make a new video for Taurus. Okay, please, one card. The Hermit. Отшельник. Нам говорится, что вы впали в одиночество, или вам необходимо дать какое-то время вашему партнеру, чтобы этот одинокий волк пришел в себя. Please, one more card. The Fool. Вот точно говорится то, что одни старшие арканы. Нулевой старший аркан, дурак, говорит нам о чем? О том, то, что нужно человека оставить в покое, пусть подумает. Давайте еще одну карту. One more card, please. Fire. Девятка огня. Но о чем можно сказать? Если вы смотрите на мужчину, он думает об интиме с вами. Возможно, вспоминает как-то так. Но тут, как мы видим, у нас дурак, то, что это никаких отношений тут с этим человеком. Или же нужно выдержать паузу, подождать, когда это состояние человек проживет. Тем более у нас сейчас будет полнолуние, у нас коридор затмений идет. Поэтому дайте паузу небольшую, отдохните, своими делами тоже займитесь. Необходимо время. Еще одну карту посмотрим. Файги. Двойка огня. Нам говорится о том, то, что видите, это крючок. Вас хотят тут посадить на крючок, знаете. А возможно такое, то, что этот человек хочет просто пропасть, чтобы он дал вам наживку, и чтобы вы о нем думали. И переживали, там, влюблялись в него. А потом он такой появится, а вы такая уже готовенькая. Или же девушка вот так вас игнорит, игнорит, ждет, когда вы на нее западете. А потом возьмет и появится, и будет, может, как-то воспользоваться. Ну, думает об интиме, я хочу сказать. Но тут отношения, не могу сказать, что что-то есть другое. Вот такие, друзья, расклад. А давайте посмотрим заново что-то другое. Плюс. Посмотрим, что-то другое нам выпадет сегодня. Заново перетасуем. Пожалуйста, пиковый король, дайте нам одну карту. Knave of Heart. Окей. Что мы видим, дорогие друзья? У нас выпал паж земляной. Что-то у него, видимо, денег тут никого нет. Дайте еще карту, пожалуйста. Ему карту, please. Queen of Water. Ну вот, вот видите, вы красотка тут стоите, королева воды, и перед вами какой-то паж. Ну, я думаю, то, что не стоит особо думать об этом человеке. Наверное, если предыдущий расклад вам откликается, если человек пропал, то не надо его искать. Просто вот как все смойте с себя, вот это какие-то воспоминания, там, может быть, это какое-то знакомство было, может быть, какие-то старые ваши отношения, которые не могут найти выхода. Просто нужно это все с себя смыть, скинуть это все и пойти вот по чистой дорожке, новой, себя любить, о себе заботиться. И, возможно, вы встретите своего короля, начнете жить заново. И я вижу то, что у этого мужчины, которого вы там думаете, которого хотелось на крючок посадить, возможно, что-то, какой-то манипулятор, у которого даже нет денег. Девочки, даже не думайте о нем. Такие дела.
Давайте еще посмотрим. Интересно, что тут как-то. Опять девятка огня. Ну что и стоило говорить, что давайте это все отбросим. Сейчас такое время, нужно о себе, в первую очередь о себе любимой думать. А то, что вот такое непонятное, вот, которое на крючки вас сажает, какие-то наживки дает, об этом не будем думать. Посмотрите на эту красавицу, посмотрите. Нужно такой быть красивые, и вам эти люди, они не по статусу, поэтому они даже не задерживаются в вашей жизни, они не нужны. Вот это не ваше время. Вот наступит скоро время ваше, когда с вами рядом появится еще тут один силуэт, мужчина, который будет вас достоин, мои дорогие, любимые девочки. Это был ваш расклад. Пока-пока. Thank you guys. Have a good luck. Hope you catch the video.